Добрый день, уважаемые дети и родители. Мы с вами плотно занялись разработкой нашего репертуара. Домашним заданием на сегодня для вас будет записать один куплет и один припев вашей современной песни. Не имеет значения, на каком она языке. Я знаю, что такого репертуара, песен такого плана у вас больше, нежели, так скажем, каких-то тематических песен. Поэтому мы с вами разделим тему сегодняшнего урока на две недели. А сейчас я жду ваше готовое домашнее задание, и мы приступаем к работе над ошибками. Всем хорошего дня! Молодец! Мы с тобой.
Чтобы боги скажут молодцы, черти.